Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть растения против зомби-героя. В общем, у нас три новых задания. Повысите силу зомби трем штукам, выиграйте игру растением героем-стражем и нанесите 20 единиц урона героем-орехом в доспехах. Ну что же, за орех, за орех. Попробуем вверх. Лишь бы сейчас не было надписи интернет-соединение. А, нет, смотри-ка. Мы против Нептуси, да? Блин, это что за колода, скажи-ка мне на милость. Это что за колода? А может он только лучше будет? Спортивная колода, боюсь, ребята, у него здесь. Я пока терплю. А вот теперь пора в бой вступать. Поехали. Так. Ты заколебал. Вот так ты решил, да? Ну что ж, друзья, сделаем тогда, наверное, так и вот так. Погнали. Смотри, что вытворяет, а? Ты посмотри, что вытворяет, пацан. Ладно, погнали. Это мы пока не будем трогать. Это нам пригодится. Я могу, ребята, прочерк поставить, в принципе. Что скажешь? Сейчас посмотрим кое-что. Так, 10, 3. Давай сделаем прочерк. Посмотрим, что он там может сделать. Ха, рикошет, ребят, рикошет. Угу. Сейчас уничтожаем всех зомби на земле, да? О, 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 о. Выполз у него кто, смотри. Смотреть. Допустим. Так, ребят, у нас пошла тяжелая артиллерия, да, у него. Давай-ка сделаем на вот так вот. Немножко не то сделал. В
Блин, не то сделал, надо было это. Ай, тупанул Рэй. Ладно, фиг с ним. Вот так решил, да? Ну что, хиляемся, наверное? Так, а ему крышка... Подожди, нет, не крышка еще. Так, подожди, сейчас посмотрю. Теперь ему, по-моему, все, ребят. Хана. Да хоть ты заперемещайся. И это тебе не поможет. Я все равно тебе потом накажу. Бамс! Полезно. По-моему, два задания, ребят, мы сразу выполнили. Если я, конечно, что-то не путаю. Да? Повысьте силу трем зомби. Повысьте силу трем зомби. Кто у нас повышает силу зомби? Ну, бесечества такого нету, насколько я помню. Хотя есть только на пиратах. Давай попробуем. Давай попробуем этой колодой сыграть. Но... мне кажется, не прокатит этот фокус. Ну, начало многообещающее. Блин, совсем не та колода, ребят. Ну что, проверим на могилоедов. Дождался? Это кого же ты хочешь там сделать-то? Хм. Ну давай проверим. Понятно. Одного сразу в топку. Сейчас посмотрим, кого он будет прокачивать. Значит, вот этого. Так, убираем отсюда его. Что сделать? Давай так поставим. Попробуем так. Опять в лицо нам неизбежно прилетит, да? Или не прилетит все-таки? Прилетит. Ха-ха-ха.
Я боюсь, у него этот удар, этот солнечный будет. Или как он там называется? Ого, нифига он. Смотри, что делает. Как лучше сделать-то тут? Короче, сделаем вот так вот. И сделаем вот так вот. В блок, надеюсь. Аж 20 блоков, блин. Бесенок, я понимаю, что у тебя хилов нету. А что делать? Блин, у него еще защита, видишь, подходит. Здесь в блок. Трогать пока не будем. Блин, сейчас сюда поставят кого-нибудь, блин, хила или что-нибудь, и все, и... Двух. Вот сейчас я сижу и думаю, блин, почему у меня нету кровожадности, ребят? Понимаешь? Вот этот меня убьет, даже если я поставлю вот этих вот. Они роли не сыграют. Еще и этот вылез, охламон. Еще лучше. Ну, ты понимаешь, что если бы я даже бесят сюда поставил бы, либо их бочка бы уничтожила, да? Либо же... Нифига, у него тут пошел. Либо же он просто от огня уничтожился бы. Поэтому... Лучше и придумать нельзя. Это, ребят, фортуна. Понимаешь? Он еще заклинаху там взял, да? Да тут все, сейчас. Эта птичка ему стоп. Эта птичка ему 100% что-нибудь да принесла. Какое-нибудь заклинание, я не знаю. Какое? Но что-нибудь да есть. Мину ставит. Так, Егорчик, привет, Егорчик. Вот это я не знаю. Так, удачной игры, спасибо большое. Я в любом случае пробить не смогу, ребят. А, тут уже все. Даже пробивать не надо. Экспериментатор ты, Рэй, экспериментатор. Но зато ты одно выполнил. Повысить силу. Нет, это не та колода, ребят. Блин, сколько раз вы мне говорили? Подписывай, Рэй, подписывай, подписывай. Нет, блин. Нифига не подписываю. Не то. Где она? Где моя родная колода? Это не то все. Она где-то изначально там 3, 4, 5, вот что-то такое. Ну никак уже не 9 там. Это не то все.
Почему меня вот удивляет, ребята, вроде игра одна, но вот на айпаде, когда играешь, да, там ту же самую игру, и там совсем другая колода. Я вот сейчас целенаправленно гляну. Сейчас посмотрим. Запускаем игру. Не знаю, ребята, вам видно, не видно. Что там? Заходим. Я в видео. Вот смотри внимательно. Мне здесь бросает вызов. Вот в этой, где мы сейчас, нету. Как такое вообще происходит? Выбираем бесенка. Вот она, ребята. Колода номер 4. Выглядит вот таким вот образом. Колода номер 4. Закрываем. Переходим сюда. Колода номер 4. Изменить. А тут совсем все по-другому, ты понимаешь? Все совсем по-другому. Тут это не то. А, у нас еще есть, подожди, у нас еще есть одна. Ай! Вот она. Да, да, вот она. Вот она, ребятушки, колода эта. Но самое главное, что там он тебе бросает вызовы, там все, то все 5-10, а в этой игре нет. То есть такое ощущение, что на разных, ну, на Android и на iOS они совсем по-разному играют. Вот так вот получается. Так, поехали. Говорю, поехали, твою налево. Кряхтит тут мне, блин, кряхтун вшивый. Опять мне бабах выпал, что ли, блин? Бабах, ты не опухли, а? Даже ничего сделать не могу, блин. Ореховый король, блин. Очарований. Ну что сделаем? 1-1? Давай сделаем так, так и вот так. Хорошая карта, кстати, выпала. Он бомбочку не пожалел, вот ради этого. Я надеюсь, у него нет лужайки. Опять двойные, что ли, блин? Да, ребят, двойные, блин. У него, короче, идет на прокачку. Так, у него две карты. В общем, ставим этого парня, наверное, да? Или какого? Интересно, у него могила еды есть, нет? Давай проверим. Так, замораживаем здесь. Поехали. Сейчас в блок пробивает нам.
пока не будем ничего тратить. Чеснок с собой уберем отсюда хотя бы. Банан. Вот это, конечно, неприятно, да. Бананы. Так, банан замораживать будем? Давай заморозим. Поехали. Так, 4 хп у него. Сдался. Я просто уже хотел, ребят, ландшафт ставить. Вот этот вот. Я думаю, что в любом случае бы ему кранты бы было бы. Повысить зомби, да? Силу мы повысили за счет вот этих, по-моему, ребят. Так, точно. Мы с тобой это выполнили. Мы с тобой все сделали как надо. Давай попробуем 44 ранг добить. И сыграю. Я тебе, по-моему, показывал уже колоду розы, да? За которую я играю. Я уже не помню. Блин, что меня так быстро вставляет пиво, ребят? Меня виски так не цепляет, как пиво, блин. Серьезно тебе говорю. Что такое? Что, почему так, блин, происходит? Ну да, я не спорю. А, я же с работы пришел, лег спать. Я не жравший, ребят. Не евший ничего. Да, это та колода. По-моему, я вам показывал, ребят, как я за ней. Ну, как тебе сказать? По выигрышам, опять же, как выйдет. Как? Тут рандом. Тут нельзя сказать 100%, что выиграет такая-то колода. Абсолютно нельзя сказать этого. Постоянно какие-то заморочки. Блин, что я так тупанул-то? Надо было мне перекусить. А потом уже садиться, как говорится, трапезничать. Отдыхать. Трапезничать. Так. О, началось, ребят. Это плохо. Не очень хорошее, блин, начало для меня. Я даже скажу, очень не очень хорошее, ребят. Во-первых, у меня начинается ход только лишь с третьего... С трех энергий. Он мне сейчас навтыкает. Ну, у нее есть хилы, опять же, ребят. Ну, не знаю, когда они выпадут мне. И выпадут ли вообще. Мне опять тупо пропускать ход. Да? Я не удивлен. Я удивлен больше тому, как мне теперь вот с этим совсем справляться. Вот видишь, рука не зашла, и все, ребят. Хилочку мне не дали на первом ходу. Вот эту дали, а хилку нет. Ну, все, все тут. Это будет прокачиваться сейчас. Опять надгробие. Ну, естественно, ребят. Давай так сделаем.
Нету хилов. Ты понимаешь, да, о чем я? Все время забываю. Два, 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 шесть. Все, ребят. По-моему, меня распечатали. Нету хилов, мне не дали хила, понимаешь? Все, дали, а хилов нету. Даже здесь я ничего сделать не смогу. Это бесполезно, ребят. Сдамся. Честно сдамся, потому что, ну, вот, дали, все вроде бы хорошо. Но вот смотри, я про что тебе говорю, смотри внимательно. Смотри, 4 штуки хилов под перчик. Вообще ничего не дали. Просто даже эти томаты один всего лишь дали. Всего один. Ну, вариантов не было, понятно. Опять же, ребята, я вам повторяю, рандом. Рандом. Тут нет такого, что вот я хочу взять эту карту, я ее типа отправлю. Нет такого. Ну поехали, бесенок у нас так бесенок. Ну здесь, по крайней мере, хоть что-то есть. Можно как-то прикрыться, если что-то. Можно заморозить. Хотя я предпочитаю лучше... Я предпочитаю лучше превратить в козла. Ну здесь могила есть. Опять же, у него зомби стоит 2 энергии, да? А, ну, нет, перекрыть не получится. Или получится? Короче, смотри. Попробуем сделать вот так вот. Можно было бы, конечно, где-то в сторонке поставить, но... Пускай стоит здесь. Что он может лупить? Он может лупить кровожадность. Может же? Спокойно, ребят. Он может вызвать бесед 2 штук. Он не стал ходить. Почему? Давай проверим. У него есть, ребята, возможность вызвать бесят и кровожадность. Но у него что-то одно из 2. Ну вот на это я вообще действительно не был готов. Но он потратил. Ладно. Так, ну этого парня замораживаем, понятное дело. Сразу же. Даже не обсуждается. Сейчас посмотрим.
Как он меня заколебал, а? Он думает, и я думаю. Только я думаю с такой головой, уже задурманенной. Неужели он всех пустит под кровожадность? Я сомневаюсь. Давай проверим. Или он хочет взорвать его? Понял. Или вот его. Не, наверное, его все-таки. Сейчас будет сидеть и думать, куда же мне бомбануть, сюда или сюда? В любом случае, этот чувак подыхает, значит, сюда. Логично. А кто бы мог подумать, что у него такая фигня, ребят? Я не знал. Ладно, один, два, блок. Вот этого говнаря уничтожим. Достал просто уже в корень. Что-то не прет как-то. Это же 3 единицы урона, у нас 3. Значит, сделаем так. Сделаем вот так. И сделаем вот так. То есть 4 еще в лицо мне прилетит, да? Плохо. А лучше бы, если бы этот чувачок у нас бы стоял. О, вон что он делает. Ребят, сколько энергии у нас будет? 7 или 8? Если 7, плохо. Если... Блин, 7. Это очень отвратительно. А тут же колдун, ёпрасоте. Все, амфибия сделает свое дело. Амфибия мочканет. Я не могу сказать, ребят, что мы что-то неправильно делаем. Я могу сказать, что просто идет невезение. Дают руку, ну, совсем не то, под что она рассчитывала. Вообще, ребят, не то. Совсем, абсолютно не то. Сейчас ты посмотришь. Я не помню, правда. Мне что, третий раз его, что ли, дают? Это вот чукли. По-моему, третий раз я с ним уже играю. То есть мне не кажется, конечно. Ну, смотри. Опять дали ерунду. Если мы разгонимся и ускоримся, то это будет хорошо. Ну, хотя бы розу дали. Ну, теперь зато я знаю его карты. Почти все. А вот он мои почти не знает, ребят. Yeah.
Видишь, как начинает? Сейчас попробуем. Угу. Он хочет сместить ее, так? Ладно, я посмотрю. Ну, кстати, неплохая карта, ребята, выпала. Ну неужели? Эть, не могу ничего сделать. Ну что, будет кровожан сделать? Ну, наверное, будет. Наверное, ребят. Нету единичку, хил за единичку нету. Да? Мы идем нога в ногу с ним. Что он рассчитывает, да? Черт подери, я ему сейчас пробиваю в блок, блин. А, обратно. Обратно ее. Еще пошел. Телепорты. Все. Дрейфанул, мужичок. Смысл? Не вижу смысла, ребят. Не вижу смысла. Я вижу только смысл в Паттайе. Вот это я вижу, ребят. И Паттайю где-то вот сюда надо будет ставить. Наверное. А какая, блин, Паттайя? Блин, если 7 в лицо... Сейчас заклинание целую кучу надаю, да? Я же знаю, кто там, ребят. Там этот, блин, танцор диска, блин. Я тебе об этом и говорю, что там танцор диска.
О, в лицо, 8 единиц урона, ребят, все, хана. Скатываемся. Давай. Раз, ну не везет мне сейчас за розу, давай с тобой сыграем за Бончой. За наш травяной кулак. Бывает такое, ребят, что вы играете одной колодой. Это не отмазка, это не оправдывание. Это такой серьезный есть. Ты играешь одной командой, и тебе со временем начинает давать такого противника. Не постоянно, не одного и того же все время, но частенько, против которого довольно проблематично драться. Это уже по опыту говорю вам. По многомиллионным часам за кадром играя и все там подобное. Вот сейчас мы с тобой решим. Точнее, не решим, а поиграем за Бончой. Но Бончой против бессмертия. Люто. Ну, что-то еще есть, что ли? Да. Выкопал где-то засранца. Окей. Что он может там поставить? И? Ну, не знаю, ребят. Может быть, у него какой-то план дикий есть здесь, в этом плане. Я не могу мину поставить. Шаманство. Хорошо. Неужели у него есть что-то такое, что он может... 12 в лицо, это... А, безумие. Окей. Шесть. Случайный. Ну и кого? Жалко, что огурец. Жалко, что огурчик, ребят, подбил. Thank you.
По-моему, все, доигрался парень. О-о-о! Все равно доигрался. Даже так решил. Все равно доигрался, ребят. Правда, забор карт сейчас будет у него. Этих мы снесем. О, ему придется убрать кого-то. Ну, вот этого уберет или этого. Этому минус сразу же автоматически. У нас еще один хил есть, да? Так довольный. Че, вот этого 4-4? Да бери кого хочешь. Бери кого хочешь, вабра ты подколодная. Мне по барабану вообще. Так, во-первых, мы поставим вот так. Ну вот это не в тему, если честно. Ребята, вы понимаете, что на следующем ходу будет, да? Ну, я думаю, что многие уже, наверное, догадаются. Сейчас он вам прилетит. И сейчас посмотрим, что он будет делать. Свидание. Вон чей, друзья мои. Сделал дело по красоте. Так, ну а мы должны нарастить с тобой мощь. Мы должны с тобой нарастить мощь и должны пытаться выйти. На следующий ранг. Это будет тяжело. Но попытка не пытка. Стоит ли мне вот это тратить на него, на этого хламона? Давай. Боксинг. Пускай там сидит. В завязи своей. Мы, по крайней мере, сможем банан с тобой отыграть. Наверное. Сможем. Я вижу. Вот ты посмотри. Ты видел, когда написался «я видео»? И помнишь, я тебе показывал на планшете, когда это было произведено? Я в шоке. Ну, если, конечно, он второй раз не спросил. Ну что, бомбим здесь? И ставим здесь. Ты смотри, что у него. Так, следующий идет ягода. Малинка, блин. Точно ягода малинка-то идет? Наверное, точно, ребят. Ха-ха-ха.
5 энергии всего, ребят. Что у них за дикий план, а? Авокадо тут, ёпрасоте, блин. Откуда авокадо-то здесь взялось, я не пойму. Ой, ребят, блин, это трэш. Хорошо. Ох, нифига. Ну нифига. Так, смотрим, ребят. Этого бесполезно, да, выставлять? Этот полетит сюда. Блин, как лучше сделать-то? Да я, наверное, вот так вот сделаю. И не буду париться. До свидания тогда, получается. Начал на авокадо бычить, а оно, оказывается, вон какую роль сыграло здесь. Хорошую. Вот так вот, ребята. Так, ну что, за подсолнух мы сыграли. Что теперь? Теперь у нас ночной колпак. Собственно, персона, друзья мои. Ночной колпак. Давай посмотрим. Ну куда? Ну ладно. Ой, блин. Ох, сейчас я отхвачу по ходу дела. По полной программе. Ага. Обделался парнишка. Можно было бы, конечно, попробовать рискнуть, ребята, сдув, но согласись, что это такое себе удовольствие. Сдув. Не, у меня сейчас даже нет никаких вариантов, ребят. Что он может сделать? Да до хрена, что он может сделать? Сдувать вот это? Ну давай сдуем. Чтобы не было его на нашем поле. Так скажем. Что-то какая-то колода. Просто, ребят, трэш. Ничего. Рикошет. Рикошет. Ну что, ребят, ставим этого и что? А вот у нас есть что.
Теперь уже есть что. Да, прячь ты своих. Пускай там рикошетит, там, я не знаю, что там будет делать. Давай рикошеть. Ну, естественно, вот этого уберет. Само собой. Так, ребят, выставляем опять. И понеслась, да? Так скажем, по новой все. Запретайся их. Этого собьет. Почему он именно вот этот сбивает? Я никак не понимаю. Я не понимаю, ребят, почему так происходит у него. 5,5. Слушай, ребят, пахнет каким-то нехорошим керосином. Ну что, погнали? Продолжаем. Пойми, что уже все, уже поздно. Уже его разбираем. Тут уже ничего не поможет. Но ничего тебе не поможет, парень. Он наверное, уже понял это. Он уже сам понял все прекрасно, ребят. Поэтому сдулся. Ну, с Розой, конечно, сегодня неудачно получилось, ребят. Хотел показать, как эта колода работает, а она ни хрена... не показала, как она работает. Так, ребят, я все-таки, знаете что, решил добить 44-й ранг. И попробуем мы это сделать за все-таки за Розу. Куда я лезу? Куда я лезу? Но, тем не менее, я хочу, ребят, рискнуть. Попробую все-таки ее как-то оправдать, отмыть от того негатива, что я на нее набросил, накинул. Ну, получится. Надеюсь на это. Так. Ну ладно, хотя бы так. Хотя бы, друзья мои, пускай будет так. Мы играем против профессора. Кстати, вот... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, переборщил. Смотри-ка. Неужели... Нет. Хм. Не буду тратить пока. Не буду. Бережем. Эх.
Это уже интересно. Давай этого превратим в козла. А вот этого попробуем раздеребанить. Давай так. Не знаю, что он там. Хочет придумать? Блин, что он может сделать? Давай так сделаем. Ну окей. Где мои ребята эти? Понимаешь, у него могут быть куриные бега. У него могут быть куриные бега. И это будет очень плохо, если они у него действительно будут. Нет. Зато я остался без защиты вообще. Что у тебя может быть? Отлично. Так, не забывайте, что он, ребята, взял гаргантюашек. Целый ворох. Ну, не гаргантюашек, а он взял этой. Я думаю, ты понял, о чем я. Там какой-нибудь гаргантюа, потом еще, ну, вот этот зомби-пак, скажем так. Зомби-пак он взял. Ага. Угу. Так, этого мы разберем. Этого уберем. Давай вот так поставим и... И вот так еще. Сейчас блок. Набор карт, само собой, какой-нибудь. Два в лицо. 6 хп у него остается, да? И вот этим он меня напугать решил, да? Давай проверять. Интересно, блок сработает у него или нет? Нет. Блок, друзья мои, не сработал у него. С несчастью. Ну а мы с вами переходим, как я и говорил, ребят, на... Так быстро перевелись. И головную вечеринку. Ладно, ребят, головную вечеринку я не буду сейчас юзать, шмузать. Вот. Все. На сегодня будем закругляться. Всем удачи и, наверное, мы, ребят, перейдем сейчас в снэп. Поиграем еще чуть-чуть там. Так что все, всем удачи и до новых скорых видосиков.